Добрый день, друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня хочу поговорить о посеве болгарского перца. Возможно, кто-то уже и посеял, как и я, а кто-то вот на таком этапе думает, что пора, не пора, какие семена покупать. Ну и многие задумываются, как сеять. И вот, может быть, мое видео будет для кого-то полезно. Ну и так, я посев семян болгарского перца произвожу путем проращивания семян. Мне так удобно, я вижу, насколько схожи семена. То есть я это могу определить уже там в течение недели, стоит ли эти семена ждать, или все-таки надо брать другой сорт и замачивать другой сорт. Но хочу сказать, что в этом году семена перца меня вообще порадовали. Схожесть была вот у всех вот этих семян просто отличная. Ну, конечно, вот бивни мамонта, он мне так понравился, но, к сожалению, мне удалось из 12 штук получить всего 3 росточка. А остальные, конечно, вот так же вот и горький перчик я посеяла. Мне очень понравилась схожесть. Так, почему я посеяла пораньше? Ну, во-первых, вот этот перчик, который вот сейчас я вам показываю, он имеет уже где-то даже третья пара листиков. Это у меня, друзья, для теплицы. Хочу получить, ну, пораньше немножко урожай и вот несколько кустиков высадить в теплицу. Это вот у меня там будет сорт фламенко и бивни мамонта. Ну, вот 3 штучки, ну, ничего, мне хватит. Конечно, потом буду стараться делать обзоры, будем смотреть, наблюдать, как этот весь процесс будет проходить. Ну, вот эти перчики уже я скоро буду пикировать. Ну, скорее всего, я их посадила в кассеты специально, чтобы своего рода была не как пикировка, а сделаю перевалочку в больший объем, им уже вот пора. На данный момент этому перчику месяц и неделя. И вот я на днях сделаю ему перевалочку в больший объем, и там уже будет он у меня расти до высадки в теплицу. Но в теплицу планирую высадить где-то, ну, к концу марта. А там посмотрим, конечно, по погоде. Обогреватель там-то у меня есть небольшой, но будем смотреть по погоде. Живу я в южном регионе. Перец сею всегда в январе месяце, так как уже в начале мая, в 10-х числах, под пленку, а бывает даже и без укрытия, я уже могу высадить перчик в открытый грунт. Но если дожди и есть возможность подождать, я не тороплюсь. Вот как по прошлому году я перец высадила где-то в середине мая, уже без всякого укрытия. Ну, на тот момент у меня рассада имела очень хорошую корневую систему, 8-10 листиков имел, ну, имела каждое растение. Ну, то есть была здоровая, хорошая, непереросшая рассада. Ну, и вот также в этом году вот у меня уже посеяна, вот, ну, как посеяна, уже взошла, имеет по паре листиков. Вот я вам сейчас вот так поближе покажу. Это уже будет для огорода на грядке в открытый грунт. Перец растет медленно, поэтому вот все-таки ему нужно время. Сейчас также буду попозже немножечко, также буду делать пикировочку. Он все равно во время пикировки свой рост замедляет, останавливает. Но если потом надо будет, сделаю еще и перевалочку. Ну, если это вдруг будет необходимо. Ну, вот этому перчику сейчас получается чуть больше 3 недель. Где-то 25 дней. Ну, вот он имеет сейчас, вот здесь вот, видно, где-то одна пара листиков, вот она, где-то появляется вторая. Ну, как бы не совсем-то он быстро растет. Он не тянется, перец имеет
у меня стоит на стеллажах, имеет возможность получать много света, так как там у меня лампы включены 14 часов. Итак, ну, все сорта, повторюсь, меня порадовали. Для теплицы был фламенко бивни мамонта, а уже остальной весь перчик, вот, золотой бочонок, то есть схожесть стопроцентная. Здоровяк, какаду, вот как здесь заявлено, вот пишут 8 семян, вот все у меня, ну, здесь, конечно, на столе не вся рассада, это я так вот для съемок принесла, чтобы вот вам показать, а когда будет обзор стеллажа, там уже, ну, кому интересно, может посмотреть поподробнее. Ну, в общем, я довольна, вот «Звезда Востока», горький перчик вообще отлично взошел весь. Значит, как я произвожу посев? Посев у меня идет путем замачивания семян. Мне очень нравится, я вижу сразу, какова всхожесть. То есть у меня нет вот потери во времени, что если я, как вот раньше я так делала, в грунт положила семена, засыпала и жду, а его нет и нет. А оказывается, это семена и нехорошие. А путем замачивания очень мне нравятся некоторые перцы. Вот сейчас скажу, какаду на четвертый день полностью все семена были уже с маленькими росточками. Ну и так вот я в кассеты выложила уже пророщенные семена, сверху присыпала грунтом, полила. И под парничок, как только появилась первая пара листиков, я парнички сняла. Все, вот у меня, вот сейчас, на данный момент, вот такая рассада. Ну, потом, конечно, повторюсь, ну, пикировку делать не буду, все-таки пикировка еще больше замедляет рост, а буду делать перевалочку, ну, насколько это возможно, чтобы как можно меньше растение получило стресса. Какой у меня уход? Ну, на данный момент сейчас я что делаю? Я только проливаю фитоспорином и опрыскиваю. Опрыскиваю как фитоспорином, так и просто тепленькой водичкой. Перчик очень любит вот эту вот такую парниковый эффект, а содержатся они у меня при температуре 20-25 у меня вот в той комнате, где стоят стеллажи, так что ему там очень даже комфортно. Так, что еще, какие моменты? Пока ничем не подкармливаю, как только будет 4 настоящих пары листиков, тогда я буду постепенно уже, наверное, гуминовые подкормочки вводить. Вот так, а так пока сейчас только полив с фитоспорина и опрыскивание. Вот на данный момент вот такой уход, друзья, у меня за болгарским перцем. Ну, вот так кратко вам хотела рассказать. Ну, какие семена, я думаю, вот вам видно. Здоровяк, какаду, фламенко, воловье ухо, золотой бочонок. Ну, повторюсь, всхожестью я очень довольна. Ну, вот теперь главное все проследить и вырастить здоровую рассаду. Ну, я думаю, что, может быть, кому-то была эта информация полезная. В будущем будем, конечно, наблюдать за ростом рассады до момента высадки в теплицу или потом в грунт. Буду снимать видео и показывать вам, как что растет и развивается. Так что, друзья, кто не посеял, самое время сеять сейчас, как раз февраль месяц. Ну, конечно, от регионов зависит, но середина февраля, конец февраля, это уже как раз вот такой срок, когда
Ну, уже прям надо сеять, кто хочет получить хороший урожай болгарского перчика. Ну, на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Вы были на канале «Цветочное счастье». Всего вам доброго, до новых встреч. Всем пока-пока.